Так, сегодня у нас 9 марта, 14 год. И у нас готовится митинг возле памятника Шевченко в поддержку. Против. Вот, против агрессии российской в Крыму. А это митинг, я так понимаю, про-российских как раз настроенных людей, или не знаю, просто каких-то людей, будем потом выяснять. Сейчас где-то 12 часов по Киеву.